Мемориал Семёна Фурмана – традиционный шахматный турнир, который проходит в нашем городе не первый год. В седьмой раз он собрал около 70 шахматистов из таких городов, как Минск, Витебск, Бобруйск и Кобрин. Сам мемориал Семёна Фурмана включает в себя 4 турнира. Первый турнир – основной. Второй – для детей от 7 до 12 лет. Третий – среди ветеранов. И четвертый – это так называемый блиц-турнир. Среди гостей 4 мастера спорта и 3 гроссмейстера. Один из них – Юрий Тихонов из Минска. На эти соревнования он привез своих учеников, которые занимаются в Республиканском центре олимпийской подготовки. Я уже принимаю участие в третий раз. Формат мне очень нравится, потому что я сейчас работаю тренером и привожу с собой детей. То есть проводится и детский турнир, и в том числе и взрослый. То есть я и сам могу сыграть, и привожу. Дети тоже имеют неплохую тренировку. Со своей дочкой Ксенией приехал из Бобруйска и Олег Зеленцов. Для него Пинск – это город, известный своими шахматными традициями. Я с дочерью в Пинск открыл 3 месяца назад. Первый раз мы приехали сюда в сентябре. Значит, думаю, что будем приезжать регулярно, потому как Пинск вообще располагает, это такой город, что богатой культурой и шахматными традициями. Я знаю, что сюда и Спасский приезжал, и многие другие гроссмейстеры. В свое время Костин много сделал для развития шахмат в городе Пинске. Ну и шахматная школа города Пинска тоже богата своими современными традициями. Организаторы мемориала – Пинская еврейская община. А сам турнир носит имя известного шахматиста Семёна Фурмана, родившегося в Пинске. В свое время он внес большой вклад в развитие шахматной теории. А сейчас на этот турнир приезжают молодые шахматисты, чтобы набраться опыта. Сюда мы приезжаем, потому как здесь ровный и качественный турнир. В плане того, что шахматисты достаточно хорошего, крепкого класса, есть чем поучиться, отработать какие-то свои дебюты, поэтому будем приезжать постоянно. Ну и второй вопрос, что организаторы делают для своих гостей все возможное и невозможное, то есть условия здесь идеальные. По итогам всех дней мемориала лучшими оказались. В главном турнире первое место занял Кирилл Ступак. В детском турнире в своих категориях – Алексей Урбанович, Ксения Зеленцова, Ярослав Тиктенко. Среди ветеранов лучшим оказался Ефим Фрейлахман. Блиц-турнир выиграл Кирилл Ступак из Минска.